Такое в последний раз мы видели только в Карелии. Представляете, вот проходишь там 10-20 буквально шагов, и вот такие опять горы касок. Господи, что же здесь за бойня была, это просто невероятно. И вот в течение 3 минут 3 саперки. Смотрите, сейчас я тоже в дерево воткну, как напоминание о той страшной войне. Друзья, посмотрите, что мы собрали буквально с 20 квадратных метров этих лесов. Вы представляете, что здесь творилось зимой 43-го года? Сколько наших солдат приняло здесь смерть? Вот уже пошли кости. Зацепились мы за лопатку. Вот она лежит. Представляете? То есть вот, наконец-то, еще один боец вернется домой. Сейчас мы разроем всю вот эту местность и все вам покажем. Друзья, смотрите, если вы видели видео, вот мы здесь бойца подняли. Представляете, и не заметили второго. Вот он. Рядом лежит. Упал на живот. Представляете, с гранатой в руке. Я такого вообще никогда не находил. Прикиньте. Вот смотрите, с гранатой в руке, с оружием. В другой руке. Это просто невероятно. Вот так вот. Но есть один нюанс. Представляете, похоже, ему взрывом оторвало голову. Потому что осталась одна челюсть. Вот она. И все. Ни головы, ни каски нету. Не, ну я такого, конечно, давно не видел. Представляете, идем до позиций. Смотрите. Винтовки просто втыкнутые в землю. Ха, офигеть. Сколько много копаю, но такого не встречал еще. О. Со штыками. А посмотрите, как истончило ее. Вот такая. Да, невероятно, слушайте. Очень прикольно. Воткнем ее также. Вот когда вскрываешь блиндаж и нет подручных средств, используешь каски для этих целей. Представляешь? Это знак заранения 3-й степени. Сохран. Просто сумасшедший. Смотрите, иголка целая. Только не говорите, что я ее купил на AliExpress или где-то там. А то вот я находил, я помню, роняху еще в более крутом сохране. Так вы таких там отзывов понаписали, я чуть не умер. Но это реально вот копанная штучка. Демьянский котел. Ноябрь. 2021 год. Вот так вот. Да, посмотрите, это, конечно, я такой вижу первый раз. Это вот котел. Тут, на сколько тут литров? На сотню? Нет, плохо варили. Да, вы поглядите. Смотрите, какой. Ручки. Фи, вот, нога у меня, кстати. Обалдеть. И сохран у него, конечно, суперский. Я бы такой на дачу взял, я не знаю, плов сразу на весь поселок варить. Но тащить... Еще одна интересная находка попалась сегодня. Это вот карабин Маузер К-98. Не саперенный. Смотрите. Ну да, что делать-то? Вот такой вот. Сохран интересный. Ой. В общем, вот. Но все-таки я в легком шоке, потому что я первый раз я копаю там, где глина. И вы посмотрите, сохран. Это же лоза. Просто плетеная корзина. Представляете, вот. Для вот переносок вот этих вот с гильзами. Это просто невероятно. Не, ну вы представляете? Смотрите, сохран яйца. М39 гранаты немецкой. Офигеть. Видели когда-нибудь такое? Я вот первый раз, реально. Приятная находка. Смотрите, газбак немецкий. Бачок для переноски противогазов. И что самое интересное, я вот просто такого не видел. Посмотрите, какая-то, что это, прессованная бумага вокруг газета. Него. Газета. Может, газета здесь. Давайте, сейчас достанем. Ага. Закрытый. А, нет, открытый. Закрытый. Закрытый. Отлично. Сейчас будем на камеру открывать. Это всегда интересно, потому что внутри может быть всякие ништяки. А теперь, неужели... Газета. Он был завернут в немецкую газету, парни. Вот это да. В общем, смотрите, эта тетрадка оказалась офигеть, да? Жалко, что нечитаемая. Вот. В смысле, она пустая, там не написано. Нет, ничего. Так может быть буквы стерлись. Нет, вот видите, нет, это здесь были скрепки. Это Майн Кампф, только не написано. Вот. Теперь смотрите, открываем газбак. Что у нас тут есть? Хлорницы. Причем обратите внимание. Сейчас, подожди. Вон как. С надписями. Но здесь нечитаемая. Там, кстати, еще одна. Открой ее, что там внутри. Там хлор, потом открой. А, давай. Еще одна. Так. Пружинки, отмазки. Всякая. Да, это всякая муть. Подвесы. А ты вон противогаз вытащи, может, поднимем что интересное. О, кстати, говорят, надо всегда проверять, что внутри, о, потому что в них бывают всякие... упаковывают, чтобы не сгнило. И там у нас пусто. Кстати,
Вышло солнышко и приятная находка. Посмотрите. Тычок, приделанный к какому-то оружию. Я думаю, что это, естественно, моська. И да, друзья, это винтовка Мосина. Штык в походном положении. На целое, не саперенное. Вот сейчас будем доставать. Давай, Антох. Ну что, слушайте, зачет сохран-то, смотрите. Вот она. Вот она, винтовка. Я, кстати, первый раз вижу, почему мы про штык удивились. Потому что обычно он пристегнут в другую сторону. А тут, смотрите, походное положение, интересно. Ха. Так вот бывает. Ну давайте сейчас. Что-то нам на штыки поперло. Посмотрите, вот сейчас появился из земли. Вот он, красавчик. Лежит сохран, смотрите, бодрющий какой. Давай, Антох. Надо будет еще там, конечно, проверить. О, и гильзочки там. Нифига себе, подожди, что-то он длинный. Это не царский? Это наш обычный, да, советский. Красавчик. Сохран, конечно, в этих местах отличный. Нормально. Офигенная и неожиданная находка на немецких позициях. Смотрите, часы выскочили. Сейчас мы их почистим, посмотрим клеймо. Пока непонятно, немецкие они или наши. Вот такие вот. В общем, друзья, смотрите, часы остановились 20 минут восьмого. А, по-моему, вот здесь вот написано Jetta, можем ошибаться, видно плоховато. С другой стороны, клеем нет. В общем, подсказывайте, могут быть они немецкие или это вообще послевоенные. В общем, пока мы не можем это сказать. Надежда на вас. Но все равно находка огонь. Вот так вот. В прошлом видео я показывал, как вот люди безбашенные выковырили, значит, снаряды. Расковыряли их, вот эти вот, от тигра. А, и в них был порох. Вы все написали, почему я не показал, как он горит. Вот сейчас мы специально на это место вернулись. И хотим вам показать. Подготовили несколько, значит, моментов. Сперва мы зажжем одну палочку. Потом из них костерок. А потом вот в этой гильзе, вот я ее вкопал специально, весь заряд. И посмотрим, как горит. Давайте. Сперва это. Вот, смотрите, горит, как охотничья спичка. Не быстро. Вот так вот. Кстати говоря, из вас кто-то писал, что там мгновенно горит или там хлопает, как хлопушки. Ну, что-то вот ничего такого вот нету. Теперь давайте подожжем всю кучу. Вот, кстати, сказали, если с двух концов поджечь, типа будет хлопать, как петарды. Ну-ка, давай посмотрим. Отойдем на всякий случай. У-у-у! Сильно горит. Теперь подожди одну лучинку. И видишь, я воткнул. А, чтобы отойти успеть? Да. Да, давай, хорошо. Так, а теперь опасный момент. Так, народ, отходите, потому что мы не знаем, чем это закончится. Значит, смотрите, поджигаем вот эту. Ну, это мы бросим. И отходим. Еще бы чуть-чуть подать. О, начинает вроде. Начинает, да, пошел. Слушай, а может из-за того, что доступ воздуха маленький, она будет гореть просто чуть-чуть? Нет. Вот это жесть, ребят. Ну, самое-то интересное, а фляжка лежала вот почти на самой поверхности. Давай, Никитка, вернем и посмотрим, чья она, немецкая, русская. Подожди, стой. Сейчас мы ее так достанем. Офигеть. Сейчас, погоди. Офигеть. Смотрите, она без изъянов. Почти. И вот неожиданная находка по войне, когда копаешь. Представляете, смотрите, кольцо. Причем, судя по всему, серебро, наверное. Ух ты, с камнем еще. Нифига себе. Так, погодите. Охренеть. Так. Тише сейчас. 84-я. Царская. Вот так вот. Вот так вот, друзья. Друзья, попалась находка. Это просто мечта всех копателей. Представляете, эсэсовская пряга. Вот она. Я в шоке. Прикиньте. Человек копает второй раз по войне. Второй раз по войне. Представляете? Вот так вот. Сейчас почистим, покажем вам. Ну что ж, друзья, смотрите, вот почистил. Вот она. Она партизанка. Смотрите, наши носили. То есть вот затерта свастика. С пулевым. То есть солдат, скорее всего, убило, потому что живот пули попало. Вот, значит, 38-й год. Вот
Так вот, СС, вот видите, знак. Офигеть. Офигеть.